Привет! Если вы смотрите это видео, то наверняка отлично разбираетесь в ресторанах. Задумывались ли вы над тем, как ваши потенциальные гости узнают о вашем существовании? Ваши клиенты пытаются найти вас по фото, описаниям, 3D-турам, от которых кружится голова. Тщетно стараются рассмотреть ваш ресторан сквозь всплывающие окна рекламы. Эра динозавров прошла, наступает новая – эра видео. Попробуем рассказать, в чем же отличие RestoTube от других интернет-проектов. RestoTube – единственный видеопортал и уникальная медиаплощадка для ресторанов. Любителям ресторанов не найти более удобного сервиса. Только на RestoTube можно посмотреть концептуальное видео о ресторане, отследить количество просмотров и лайков, а также забронировать столик в один клик. Вау! И клиент звонит вам напрямую. А главное, с RestoTube не нужно делиться прибылью с каждого гостя. Итак, давайте рассмотрим ситуацию на примере Яндекса. Потенциальный гость ищет ваш ресторан в интернете. Агрегаторы бронирования перехватывают и приводят вашего же гостя к вам за 10%. Клиент попадает в службу бронирования. Как вы думаете, сможет ли оператор достоверно дать ответ на вопрос «Какая у вас сегодня музыка?», обсудить с вами детали банкетного меню или рассказать, как вам проехать? А как вам нравится, когда клиенту звонят и уточняют, по какой причине было отменено бронирование? Вы не устали считаться? Нет! Забудьте, наконец, про кропотливую ежемесячную сверку со службой бронирования. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Я себя не обделил? Ваши гости – это ваша прибыль. Готовьте для них. Улучшайте сервис. Удивляйте. Создайте красивую историю. А мы позаботимся обо всем остальном. И о вас узнают тысячи. Живите вкусно с RestoTube.